Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Такие люди держатся с аристократическим достоинством и всегда сохраняют определенную дистанцию по отношению к окружающим. Из негативных моментов у людей с этим именем можно назвать эгоизм, цинизм и высокомерие. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Волны судьбы влекут их к неизвестному, иногда затягивая водовороты. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.